Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки-ниндзя-легенды. Так, забрал я свои награды. В магазине откроем бесплатно пак. Выпадает нам здесь Ванька-стиранка. Окей. Так, и побежим, наверное. Хотя, погоди секунду. Давай-ка пробежимся по серии испытаний. Возьму Бакстера, возьму Рафаэля, Армагона, Маузеров возьму и, пожалуй, Леонардо. Вот такую команду я хочу сделать. И такой командой хочу поиграть. Давай, наверное, накажем Макмана для начала. Блин, слабоватый. Сотого уровня даже. Ну, половину хп снес. Половину только. Так, а если мы сделаем так, добиваем. Это не Макман, это Крип. Чё это я Макмана вдруг... С Макманом его попутал. Но пробивай, отлично. Так, бежим с тобой на вторую заключительную волну. И здесь у нас вот такая вот шайка-брайка. Давай попробуем, наверное, массовый для начала лупануть. Шикарно. И сделаю, наверное, вот так вот. Раз. И два. Все, ребята, серия испытаний у нас пройдена. И мы... Наверное, пойдем сейчас на арену, скорее всего. Хотя, наверное, мы сделаем немножко по-другому. Сразиться в боях нам нужно. Вот что нам надо сделать. Так, ищем нашего пиццелицева. И смотрим. Так, здесь нам нужно... А здесь у нас все хватает, тут только лишь нужен мутаген. Допустим. Тогда давай сделаем так. Три геймпада нам нужно найти. Но нас, я смотрю, не особо жалуют этими геймпадами. Ага, вот, раз. Ну давай второй-то. Второй и последний. Третий, три геймпада нашли, отлично. Так, и нам нужно еще 7 очков вот этих вот, 3D-шных. Я чувствую, мы их не найдем, потому что они тоже очень плохо ищутся. Угу. Так, раз. Ну, короче, понятно, да, всем? Фиг, называется, найдешь. Ну да. Так, это вторые только. Короче, все понятно. С этими очками... Так, нам нужно будет поднять уровень персонажа, но это уже будет после того, как мы сходим на турнирку. Хотя... Да, пойду на турнирку. Так, друзья мои, у нас Лига Сёгунов 2 звезды, скинули меня. Но это и понятное дело, потому что я не играл. Сколько я не играл? Сутки, получается. Так, я вот думаю, Рафаэль, интересно, здесь справится один? Сможет ли он сразу всех уложить? По идее, должен, да? Он все-таки сотого уровня, у него прокачаны скиллы до 6 уровня. В принципе, одной плюхи должно быть достаточно. Оказывается, не всем. Да что ж такое-то? Оказывается, не всем хватило его урона, поэтому, ребята, впредь надо быть аккуратным. Так, мы должны вернуться на Лигу Сёгунов 3 звезды. Это мало того, и еще сегодня хотя бы попробовать приблизиться к Лиге Мастеров. Две звездочки, примерно так. Ну, это я в планах делаю. А там же как пойдет. Так, берем Ванюшу. И раз, два, три, четыре. Я думаю, что Ванькин гранатомет здесь должен сработать на 100%. Вырубить противника на изи. Проверим. О, да. Вырубили. Ну что же. Все прекрасно, все четко. И у нас 43 место. Так, выбираем. Да что они мне не дают 16-21-то? Эй. Вот. Я возьму, наверное, Донни и Зека здесь. Донни, Зек. Раз, два, три. Погнали. Ну что, халабуды, ловите бомбочку. И сюрикены. Изи.
Тут, ребята, и не поспоришь. Просто изично мы их разрулили здесь. 30-я, да? 27-я позиция, окей. Так, 16-21 продолжается. Беру Макмана. Да, в принципе, наверное, Макмана. Хотя не факт. Но я попробую. 61-й ранг у наших противников. И как бы то, что Макман соточки, это еще ни о чем не говорит. Но кто-то должен упасть. Так, два крайних упали. Ой-ой-ой-ой, мне не нравится вот это вот у Лео. Бомби. Красавчик. Так, бросай баллон. Изи. Так, ну я думаю, пробьет он. Ага. Ну а ты, Донни? Серьезно? Ну, Макман, добивай его. Ты посмотри, сколько у Леонардо оставалось хп. Там буквально плюнуть, искоси взглянуть на него, и все, ребята, он бы упал бы. А мы по-прежнему топчемся в Лиге Сёгунов две звездочки. Угу. Так, беру Бакстера. Чё-то мне такое ощущение, что мы не сможем Бакстером здесь всех завалить. Единственное, что если он сейчас сделает волну и повесит на них постепенку, на всех. Ну, ай-яй-яй-яй-яй, ты посмотри, что он делает, а. Офигеть, муха, ты мне всю игру испортила, если честно, всю. Они должны были упасть, ребята, на них был постепенный урон. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. Заморозить сможешь? Нет. А, давай так добьем. Да, ну муха мне всю малину испортила. Мы бы уже давно бы их запинали бы. Она просто по инициативе быстрее оказалась и захиляла. Плюс при этом она сняла весь негатив. То есть постепенно урона она просто сняла. Так, пробуем найти 17-22 или 21. Нет, 22, по-моему. Но, видимо, мне... Видимо, мне не светит это, да? Нет, ребят, что-то как-то не везет. Ладно, я тогда оставляю на 16-21. Возьму здесь Рафаэля и возьму, наверное, здесь Майки. Возьму Рафаэля, возьму Майки и... Сделаем вот так вот. Не особо слабых и не особо сильных я возьму. Чтобы, по крайней мере, массовыми атаками их здесь не, как говорится, не скосило. Берем провокацию. Я сейчас сижу и думаю, что я забыл купить, когда шел с работы. И вспомнил. Я забыл себе что-нибудь купить к чаю. Блин. Потому что мне захотелось чай попить. А сейчас сижу и думаю, а с чем я его буду пить? Да. Офигенно. Ладно. Придется, ребята, как говорится, как это назвать-то? Ограничить себя в чем-то, да? Так, ну что, давай бросим гранаты, попробуем. Не знаю, получится, нет? Сейчас, наверное, Сплинтер контратаку сделает. Нет, не сделал. Так, я, наверное, вольну слэша. А здесь попробую так сделать. Замечательно. Так, остается у нас Эйприл. Так, ну этому кобздарики. Ну-ка. Нет, не получилось у него. Ну, Майки добьет. Да, ну зато мы отыграли только лишь Рафаэля с Микеланджело. Ну, Лига Мастеров будет сегодня взята, это однозначно. А вот насчет двух звездочек, что-то я как-то уже засомневался. Так, ищем. Да посмотри, они дают 16-21. Почему 17-то не дают мне? 17-22, например. Все же идет хорошо. Все же идет все четко. Ну, видишь, не дают, ребят. Ладно. Так, давай сразу я, наверное, возьму Супер Шредера. Ну и с ним уже пойдут вот эти вот ребята. Надо тоже слабеньких отыгрывать.
Ну, Супер Шредер, понятное дело, сейчас всех запинает. Тут однозначно. Давай. Тут даже говорить не о чем. На 1-4 это самое то. Пропорция просто замечательная. И в плане отыгрыша, и в плане зарабатывания кубков. Так, давай дальше тогда. 16-21. Не хочу 16-21. Дайте мне что-нибудь посерьезнее-то, а? Нет, только вот ниже дают. 15-20, но это не то, ребят. Твою налево. Не хотят. Ладно, возьму тогда сейчас Слэша. Возьму Шархана на всякий случай. И вот этих вот. Но здесь немножко я, ребят, не уверен в силе вот этих двух бойцов. Тут еще Эйприл, блин, стоит. Я ее не заметил. Ну-ка, урони ее. Замечательно. Пробьешь? Пониженная броня, ребята, пробивается. Да. То, что у них не было защиты, мы, так сказать, их уложили на лопатки. Без особых, как говорится, усилий. Ну что, ребят, 56-я позиция у нас. И все ждут 17-22, а нифига не выходит. А вот они, жуки, а навозные. Ты посмотри на них. Не, специально не дают. Должно быть, но не дают они мне. Вот тут тырки, а. Хорошо. Давай я возьму, наверное, кужеголового. Мне кажется, его здесь одного будет достаточно, да? Раз, два, три, четыре. Он, как обычно, свой супер кубарь сделает. Ну и положит всех. Давай, кужеголовый, я в тебя верю. Красавчик. Редко когда подводит. Бывает, но не с этими сосунками, которые сейчас были у нас. Так, 43-е место. Угу, ну вот, вот, ребят, 16-22 уже дали. Уже дали. Берем Лео. Раз, два, три, четыре. Слушай, ну я не знаю, Леонардо один-то справится у нас с этими. Почти 70 уровень. Проверим. Ой, как плохо ты. Надо было лучше. Ну ладно, может, Алапекс нам поможет. Ой-ой-ой, хил пошел. Ёпарасоте. Так, хорошо, что этот Венвис. А этот что будет сейчас делать? Я не знаю, что он там сейчас будет делать, но... Но я знаю, что меткость у них повышена. Поэтому давай-ка мы защиту доп возьмем. Бьем щитом. А нафиг я щитом, когда она была массовую атаку делать? По-моему, Рафаэль не жилец, ребят. Бросим холодильник. Блин, Лео, что делаем? Хиляем или как? Пробиваем, наверное. Ну, я не знаю, сможет она пробить. Все, мы потеряли Рафаэля. Я большую ошибку, ребята, сделал, потому что я не использовал суператаку вот эту вот. Ее надо было делать. А я сделал удар щитом. Вот это я сглупил. И, возможно, у нас бы все пошло бы без потерь. А вот такие вот пироги. 34 место. Ну что же. 16-22. Берем Крэнга. Ну, Крэнг, понятно. Крэнг, он и в Африке Крэнг. Он один справится со всеми здесь. Своим лучом он уничтожит их. В порошок, в труху просто перетрет и выплюнет. Давай. Ой, не всех. Не всех, ребят, он в труху. Ну хорош. Ты еще сейчас, прикинь, завалит. Блин, Пит. Ты на волоске от смерти был. На волосочке просто. Да. Что-то я не ожидал, что Крэнк так лопухнется. Давай 17, мне 20. Так, 16-22. А может быть 17 все-таки дадите мне? Нет, не хотят.
Ну, я возьму, наверное, Усаги вот так вот. Раз, два, три. Усаги плюс Крис Брэдфорд. Ну, посмотрим, что получится у нас. Угу. У всех постепенный урон. Абсолютно у всех. Да, игруха, ребят, свернулась, потому что VPN решил, видите ли, перезагрузиться. Дебилизм вот этот полный. Вообще ненавижу этот VPN. Так, поехали. Потому что у него там сколько там идет, по-моему, полчаса. Потом он обязательно то и рекламу врубит, то еще что-нибудь. Бесявая фигня на самом деле. Раздражает просто. И все это в ненужный самый момент появляется. Так, берем маузеров. Раз, два, три, четыре. Были VPN нормально у меня, две штуки. Долго я ими пользовался, но они почему-то все, ребят, перестали работать. Ну вот, слышишь звуки? Это опять VPN дебильный врубил там что-то. Свою рекламу. За кадром, просто вы этого не видите. Как бы на втором окне она стоит. Так, ну что, друзья мои, Лига Мастеров у нас взята. Так, пора бы уже, наверное, все-таки давать мне... Не хочет. Понимаешь, я уже перешел в следующий ранг, а они мне до сих пор всовывают 16-22. Не 17-22, а 16-22. И вот это бесит меня. Так, ну что, Армагон, давай, пойдем. Слушай, ну тут у нас еще есть, как говорится, кем поиграть. С какого перепуга у меня первая скорость включилась? Нате вам. Ну куда ты, куда ты, куда ты лезешь? Зачем ты это делаешь? Сам себя утихомирить захотел? Не поможет. Не поможет. Вырубили мы его. Так, 80-е место у нас получается. И... Не хочет все-таки. 16-22 и все, и выше не дает. Ладно, я отыграю вот этим, ребят, бойцами 71 уровня. Там 80-го есть. Почти на равных. Эх, даже Пита не уложил. Так, ребят, ну Пита нужно укладывать, потому что если он сейчас начнет хиляться, это будет хуже для нас. А он все-таки успевает, да? А, он уклоняшку ставит. Рубанем мы его или нет? Мы не то немножко сделали. А если так? А если еще вот так? А если еще вот так? Все. Все, мы тут разобрались. С горем пополам, конечно, но разобрались. Итого 67-я позиция. Хотя бы до 50-го места мы дойдем сегодня или нет? Я думаю, что должны. Вот, 17-23. Так, я беру, ребята, маузеров. Раз, два, три, четыре. То есть этот поединок и еще один. Следующий, все. И там будет конец. Конец нашим мучениям. Ну, нормально бомбанул. Сейчас по укусу просто остается добить. Все. Такс. Давай смотреть дальше. Мы переходим на... Ага, ну полтишок у нас будет. Будет 50-я позиция. Только если нам дадут еще 17-23. Пока нету. Нету. Да ты серьезно? Давай мне. Вот. Раз, два. Три. Четыре. Пять. Можно было, конечно, просто откатить одного персонажа, но я решил, ребята, по фулке сыграть. Поехали. Рафаэль, ну, нормально бросил, правда, вот никого не пробил.
Ну, а Леонардо, естественно, оставляет, остается только лишь добить их. Ну что, с ареной мы закончили. Сейчас смотрим, сколько у нас мутагена. Позиция у нас будет 40-я где-то, так? Ну, 42-я. Так, 811 долларов, 24 тысячи мутагена. То есть получается, что мы можем прокачать у нашего Пиццелицева вот этот... А, нет, не могу, ребят. Вначале уровень надо поднимать. Да. А уже потом прокачивать. Но здесь уже не хватает, к сожалению. К сожалению, не хватает. Ладно, придется немножечко потерпеть. Хотелось бы мне, конечно, друзья, здесь вот пофармить чуть-чуть жетоны, но я не буду. Очень мало откатов. Поэтому воздержимся на сегодня. Накопим 1000 долларов, да? И потом уже будем тратиться. Ну тогда на сегодня все, друзья мои. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.